While Ivan III consolidated Moscow's power, the Golden Horde was succumbing to discord. Seizing on this weakness, Ivan withheld tribute, equipped his men with firearms, and marched to meet the army of the Khan. On the banks of the Ugra River, the Rus stood defiant, prepared to contest over 200 years of Mongol dominance. The shadow of Mongol rule had darkened the Rus lands for more than two centuries. But now, Ivan III stood on the banks of the Ugra River, ready to cast off the shackles of the Golden Horde. But if he failed, Moscow itself could fall. Люди, напряжь по скору. Слушай. Начинаю строить и сейчас. Стреляют! Да будут кровь и брань. Что накажете? Велия есть. Что вели? Иду, куда наказано есть. Смерть ворогу есть.
Люди, приготовишься. Добро. Люди, идти надобно. Сие построю скоро. Будем скоро. Я построю себе. Начинаю строить и сейчас. Сие построю скоро. Лук поспешен есть. Ожидайте наказа, лучше. Идите, лучницы, поскорку! Да. Люди, приуготовляйтесь, ты не прочь радости! Лук поспешен есть. Люди, приуготовляйтесь и наказы слушайте. Добро. Я построю. Готовы, есть. Конь оседлом есть, фаремник готов. Я есть долг мой. Иди, трудницы, надо мне суть. Сие построю скоро. Наказ слушайте. Воины, на брешь постов. Кого слушайте? Идите, лучницы. Да. Люди, приготовившись. Укажите. Люди, трудитесь и приуготовляйтесь. Ожидайте наказ. Тревожный. Люди, приуготовляйтесь и наказы. Ну, накажете. Начинаю строить и сейчас. Куда направляться? Сберу на леса. Лук поспешен есть. Слушайте все. Начинаю строить сейчас. Люди, приготовьтесь. Сие построю скоро. Лучницы, приготовляйтесь! Идите, лучницы, поскорите! Лучницы, приготовляйтесь! Воины, на брешь поскору! Накашивайся! Смерть наступать и надобно! Иду, вооружайся! Лук поспешен! Все латницы готовятся сейчас! Где трудницы надо мне? Иду куда? Люди, трудитесь, приуготовляйтесь. Люди, приуготовляйтесь, наказы слушайте. Делаю. Сие построю скоро. Что накажете? Люди, приготовьтесь. Люди, идите скоро. Ну, разумею. Я построю сие. Хочу... Яко приказ... Наказ слушайте. Наказом следую. Трудитесь надобно. Трудитесь надобно. Як прикажете. Слушаюсь. Идем, надобно идти нам. Начну копать. Готов, есть им потрудитесь. Люди, приготовившись. Где трудницы надо мне с люди? Сейчас начну делать. Копаю призну. Готов, если потрудитесь. Начинаю строить и сейчас.
справимся на газу. Ожидай. Идите, лучницы! Ладно, есть. Трудитесь, а надо бы. Туда уже направляемся. Вот он, новый трудяг есть. Начинаю строить здесь. With eyes on the river crossings, reports quickly arrived of a Mongol detachment probing across the divide. The Mongols had allied with the Lithuanian king, who had promised to send great numbers to assist the Khan at Ugra. As the horde waited, they would continue to probe the Rus encampment. Готов святость, освещает путь. Что накажете? Сделано будет. Я построю сие. Я построю сие. Сие построю скоро. Слушайте, надо в на путь идти. Начинаю строить сейчас. Что накажете? Я построю сие. Готов, если потрудитесь. Иду, трудитесь в поле. Построено крепко есть. Часов стремлюсь к добродетели. Иду, куда наказано есть. Что накажете? Наказ? Надо бы на путь идти. Идем, надо бы найти. Дело многие отручено! Сие построю скоро. The Rus repelled the initial attacks, and the Mongols fell back to their side of the river. To hold the Ugra, Ivan would need to maintain a strong show of force at the river crossings. If he showed the slightest weakness, the horde would seize on it and swarm across the river, then on towards Moscow. Готов повиноваться. Я построю сие. Трудитесь, надо. Слушай, яко прикажете. Слушай. Начну копать.
Сейте! Лук поспешен. Сие построю скоро. Кого застрелите? Слушайте все. Надо покопать. Трудитесь, надо. Сие построю, трудитесь, надо. Готов повиноваться. Куда направляться? Лук поспешен. Начинаю строить сейчас. Хочу стрелять. Готово есть. На месте будем скоро. Иду туда немедленно. Потрудился изряд. Сие построю скоро. Укажите цель. Фаревник готов наступать. Исполню. Часов хочете? Иду куда наказано есть. Хочу стрелять. Идет, сейчас начну делать. Яма большие. Начинаю строить и сейчас. Это хоть мой честный. Слушаюсь. Ожидайте наказ исполняем. Держите копья ровно. While the Mongols awaited their Lithuanian allies, they continued to send raiding parties across the river, hoping to weaken Ivan's forces. Слушайте все. Укажите цель, Ванныл. Копье готово есть. Лук поспешен, наказ исполняет. Что накажете? В путь идти надобно. Яко прикажете. Древеса всегда. Часо велите. Сейчас. Сделано. Подойдите. Нас поражает! Все приготовлены. Что на карте? Хорошейше! Они его на карте ровно! Закончите! Копейщицы! Приуготов... Исполнено будет! Подайте птиду на пропойни по разуме! Будут кровь и брать. Готов, Эспер! Дело в ноги, тут дело! Подайте поручение. Храбрые копейщицы, наступайте! Возможно! Яко прикажете! Кого застрелите? Кто накажете? Нет. Ожидайте наказа, наши лучники. Ищатся, ищатники! Закручайте! Исполнено будет! Ожидаем, идем по сторону! Слушайте, желание ваше есть закон. Сделаю. Есть зон, есть отношение. Пустите на дорогу. Крыло ваше построено будет исправно. Часа накажете? Люди готовы, суть и жду дело. Хорошо. Люди, не празднуйте. Стройте надобно. Не
Накажете? Пойду, куда накажете? Слушайте все, новый доктор. Начну сие немедля. Люблю трудить. Есть сон, есть отдохновение. Наказывайте, сделайте все. With no word from their Lithuanian allies, the Mongols called in their own reinforcements to bolster their numbers on the fords. If Ivan's forces could intercept and eliminate the detachment, the Rus would face less resistance on the fords. With one crossing low on Rus numbers, the Mongols saw Ivan's weakness and prepared to attack. Слушайте, стрелы многие со всего! Есть сон, есть отдохновение. Войны на
восстанете! Наказано в земле! Что дает нам? Да на месте не стать! Воины! Ivan's men cut down the Mongol reinforcements, ensuring they could not bolster the enemy's numbers on the fords. Ivan's Rus army stood strong at the Ugra crossings and would not allow the horde to advance towards Moscow.
The Lithuanian numbers that had been promised to the Horde had not arrived. The Khan was forced to order a retreat. Ivan ordered his men to burn what remained of the Mongol camp and drive the enemy out of Muscovite territory. Латники снапрежь, славе латники! Ладно, сделано есть. Надолго. Готовы есть к делу новому. Направляйте разумно. Слушайте все. Новым идем по спору всем. Исполню наказ. Оружие готово к броне. Разведу все, есть приказ. Кого стрелять и будете? Что накажете? Оружие на плече. Вас наказывайте. Сделаю, как накажете. Несть сон, несть это. Немлите, ожидайте наказа. Что уничтожите, прикажете? Латники готовы к брать. Войны ваши к делу, яко накажете. Войны ожидает ли победа и слава? Вещатник, отдыхай. Ватники слушают наказ.
Средитесь честью. Печать за листву! Войны, исполню себе время. Оружие готово к братьям. Орудие усадные. Прилмы-то на коней, братья! Готовность полная есть. Смерть обреченный! Смерть обреченный! Наказы ваши исполнены. Отдать! Орудию создать на прежние платники. Я отступлю ни на шаг. Орудию создать готовы к праву. Наказы исполнены будут! Охрану! Наказывайте, сделаем. Не млите, ожидайте наказы. Немедленно иду добывать их. Вот надобно дело делать. Вещать готов. Вещать готов. Учите надобно, войны. Ладник на прежде славе, ладники. Монахи, братья. Наступать. Орудие усадные. Огонь, закрытие! Готов, двигаемся туда, Елена. Победа славнейший! Да, ярко приказывайте. Отправляюсь немедля. Возвратай обреди противного! Приготов. Воин, ладник, немедленно козвольте. Вещардако! Готов, войны идут, войн, восстанете! Прилмы, братья! Орудию собрать! Возвратай обреди противного! Наше дело правое есть! Ладники, иду, куда велено есть. Двигаюсь, куда велено есть. Немедля скачу на пряж. Орудие исполняет. Наши ладники, держите ряды. Готов орудию с переносим орудия. Служить вас? Орудию с противный обреден есть! Ворог уважает место мое! Наказ разумеет! Что? Все готовы есть к наступлению! Орудию сад на брешь! Толкайте орудия! Войны идут с орудиями! Пора уходите! Ладники готовы к брани! Блаженство служит делу праву! Наказ любый! Часонок! Отправляюсь немедля! Наказ ясен есть! Наказ вижу ворога! Здесь! Ищу помощи! Сокрушают мы! Готовность! Переносим орудия!
Готов двигать, двигаюсь, куда велено есть. Иду, куда велено есть. Вижу ворога! Здесь суд! Послушать есть условить! Противный облетен есть! Иду, куда велено есть! Есть, начну с меня немедля. Начну исправлять. Наказы для камнемета? Орудие... Напряг! Толкайте орудия! Наказы исполнены будут! Избирайте время для выстрела! Наказы для камнемета? Служите готов! Through perseverance and a mighty display of force, Ivan held the Ugra River, blocking the Mongols from reaching Moscow. The Rus had finally cast aside the shackles of the Golden Horde. Yeah.